26 августа 2019 год, Харьков. Феликс Эдмундович. Да? Вряд ли же это Антон Павлович. О, вижу Карл Маркс. Это, по-моему, кладбище декоммунизации. Владимир Ильич спрятался под крышу. Иосиф Виссарионович, да ничего у себя. Вот это я натрапил. Надо же. Тут музей можно делать. Было есть и будет. Тарас Григорьевич Шевченко. Ком нет любви к стране родной, и сердцем нищие калеки. Да, любопытное место. Ножки столика могут, это и буквальное значение имеет. Иногда. Ножки столика. Воды. 26 августа 2019 год, Харьков. Опять забыл посмотреть, как эта церковь называется. Ну, бог с ней. Я на это, по крайней мере, надеюсь. Было бы лучше для ее прихожан. Так, пошли к каскаду.